Добрый вечер! Из Гуанчжоу. Приветики, приветики. Вы знаете, мы сейчас сидели с Зорой вот в этом замечательном общественном месте. Зора сегодня меня пригласила. И я была сегодня приятно удивлена количеством народу. Посмотрите, сколько людей. Все уже работает, и жизнь начинает кипеть. Ура, ура, ура! И я надеюсь, что скоро у нас в России точно так же все встанет на свои места. И все, будете ходить, наслаждаться, работать и ничего не бояться. Посмотрите, какие умиротворенные лица. Я в них в лица вглядываюсь, и я чувствую, что они уже перебороли страх, они уже ничего не боятся. Все хорошо, все замечательно. Вот так вот. Зориту посадила в машину, отправила домой, сказала, что она очень рано сегодня встала, и завтра рано ей вставать. Я решила погулять, прогуляться по городу, пообщаться с вами. У меня еще, ну, час еще погуляю. Я-то не устала, я в 2 часа дня встала. Зато мы сделали очень много полезных вещей, куда только мы не позвонили, аж в Африку и в ее страну, и везде, везде, везде обзвонили всех, если кому нужна. Если сейчас никто же сюда приехать не может, а я здесь, я могу всем все отправлять. Почему ты о себе им не напомнишь? У тебя столько знакомых, говорит, давай позвоним тому, 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 тому. И мы обзвонили полмира сегодня. Так. Вы все это время были в Китае? Да, я все это время была в Китае. Всем привет! Привет, ремонт! Добрый день, наша красавица. Спасибо, мои хорошие. Спасибо за такой приятный комплимент. Так, поздравляю вас с благовещением. Спасибо. Ой, Олечка моя любимая. Спасибо, спасибо. Тебя тоже поздравляю. Так. Сейчас, мне кажется, мы потеряем связь с друг другом, если я не подключу срочно, если я не подключусь к сети. Я же у меня с собой пауэрбанк, слава богу. Я ее взяла с собой. Мне надо сейчас ее подключиться к ней. Все, супер. That's great. That's great. That's great. Маришка Гилоцав Харебаск, Мадлоб, приветик, Мариночка, ой, Наташечка, привет. Что никого, как... Что нового, как дела, как настроение? Настроение боевое. У меня, знаешь, то унываю, то боевое настроение. Сегодня у меня настроение боевое. Думаю, что не так все страшно. Надо продолжать жизнь, надо принимать перемены мира и менять себя, подстраиваться под этот мир. Ну и вот так вот. Кофта, вау! Кофта супер, да. Спасибо. Не злит Марину, она чудесна. А, да, не злит меня, не злит меня, потому что в гневе я страшна. А когда у меня хорошее настроение, я столько добра вам посылаю, столько хороших слов, столько добрых пожеланий. Это все от души. А энергия моя, она очень сильная. И это реально работает. Я могу и плохую послать, как и хорошую, когда меня доводите. Конечно, я же не железный человек. Я же не святая, я же не Иисус Христос, чтобы... Меня били, а я говорила, а я тот самый, конечно, когда больно, тем более я очень экспрессивная, очень импульсивный человек, а вот и в пориве гнева я могу, такое вам, а зачем вам, когда вы можете от меня получать все самое лучшее, ведь у меня добра и любви очень много, во мне живет
я не знаю, я не могу даже оценить вот эту вот масштабы моей любви, моей энергии любви и энергии добра. У меня их тоже очень много, как и гнева. Так что пользуйтесь тем, что выгоднее вам. Вы не были в Китае? Были в Тае. Не, я была в Тае 20 дней, остальное время я была в Китае. Ла-ла-ла. Я неправильно перешла дорогу, но меня не поругали. Так. Говорят, там вторая волна пошла вируса. Нет, ничего подобного, все нормально. Границы закрыты, люди не заезжают. Те, которые, например, заехали, они все сидят на карантине. Им при заезде сделали тесты. И вот по окончанию еще сделают тесты. И все, их отпустят. А кто, у кого обнаружится коронавирус, их могут, ну, иностранцев депортируют, наверное, в свою страну. А этих, как его... А китайцев, ну, возьмут на лечение. Всем привет! Сейчас я вам покажу неоновый дождь. Здрасте, здрасте. Надежда Бабкина заболела. Вы знаете, а чем заболела Надежда Бабкина? Ну, а мало ли что говорят, я не знаю. Как она могла... Посмотрите на неоновый дождь. Мне так нравится. Посмотрите, какая красота. Ладно, пошла я отсюда. Теперь как отсюда выбраться, не знаю. Вот так вот. Пристановый где? Через пару недель также будете считать, я очень надеюсь. В худшем случае, все закончится в конце мая. Это в худшем случае. Вот увидите, все будет хорошо. Да, верю, что мир не будет прежним. Мир изменится. Однозначно изменится. Он будет меняться до конца, я верю в это, до конца 2024 года. Да, надо в это время переосмыслить жизнь. У нас есть время. И у нас есть время на то, чтобы каждый нашел себя и быть полезным. Не паразитом, а полезным для общества. И... Манечка, привет, дорогая, ремонт. А люди умирают, это фигня. Нет, это не фигня, Ну... Не думайте, нас это не коснется. Ну, это, конечно, не фигня. Я, конечно, верю, что есть коронавирус. Я, конечно, в это верю, я не отрицаю. Конечно же, я вас призываю, чтобы вы были осторожны, однозначно. Видели, что около Кремля устраивают металлические столбы? Видела. Навела на определенные мысли, но я не буду их озвучивать. Марина, добрый вечер, наша прекрасная. С праздником Благовещения. Вас тоже всех с праздником Благовещения, мои хорошие. Всех. Такой праздник я даже сегодня... Ну, слава Богу, что сегодня у меня целый день хорошее настроение. Обычно я не люблю. Единственная вот какая-то овца ко мне зашла утром, начала мне там... Ерунду всякую строчит в этом. Я вышла из эфира. Сорвали, короче, у меня эфир. Но это небольшая проблема. Я хочу, чтобы в моей жизни вот именно это было самой большой проблемой. И чтобы у меня больше проблем не было. Бабкину ввели в кому. О, жаль.
Олещенко заявил, что у него не было коронавируса. Так. Так, 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 Марина, даже священники выходят из себя. Марина, даже священники выходят из себя. Ну, а что ж, есть же такие вот паразиты прям, которые, ну, кровопийцы, какие-то вампиры, которым это нравится. Здрасте. Я думала, у вас автомат в руках. Все. Всех великих звезд пихнули под пиар. Совершенно согласна. Даже за границей реально смешно и палевно очень. Да, да, да. Чарльз, принц Чарльз заболел. Представьте себе, как я в это поверила, что сам принц заболел. Носители зла в мире. Они-то никогда этим не заболеют. Так, недовольны, что их онлайн мало смотрят. Тра-та-та, тра-та-та. Марина, всем подписчикам желаю крепкого здоровья. От Олечки всем моим подписчикам крепкого здоровья. Кстати, Олечка работает с Бондарчуком. Они снимают фильмы. Наша Олечка умничка. А вот. Так, так, так. Вот нам после этого всего надо границы не открывать. Правда, и вообще будем сидеть за железной занавесью. Только никого не будем пускать. Все. Конечно же, все это Ольга, и мы желаем вам того же. Я обязательно вспомню актеров. Да, Марина, у вас нет палочки селфи? Да, у меня есть палочка селфи, но я не очень его люблю. Он что-то у меня... Ой, какая красота, посмотрите, сейчас я вам поверну. Какая красота, как мне нравится вот этот Canton Tower. Боже мой, обожаю ее. Какая красота. Посмотри, сколько людей. Посмотрите. Все уже. Все возвращаются на места свои. Все наслаждаются. Посмотрите, какие умиротворенные лица. Как они... Все, они уже забыли обо всем. Только вот единственное, то, что мы не снимаем маски. А все остальное, в принципе, остается... Ой-ой-ой. Я их тоже обожаю. Вот эти здания. Это мои любимые здания. Вот эти три. Прям боже, какое величие. О. В какую сторону мир изменится? Я очень надеюсь, что в хорошую. Я оптимист. Я думаю, что в хорошую. Что за вас мир? Мир — это мы с вами, что? Татьяна, я не понимаю, что вы пишете. Изменилось. Что изменилось у вас, например? Он изменится к лучшему, я имею в виду. Если мы станем добрее. И все будет хорошо.
Так, Кирк, ремонт это дешевый торгаш. Давайте я вас заблокирую, потому что вы не надо моих гостей. А который час вообще-то? What time is now? What time is now? Не потому что я боюсь, что я опоздаю. Ага. 21:34. В принципе, я могу. Мне надо. Так. И поехала я дальше. Посмотрите, какая красота. Здесь обычно показывают Гуанчжоу. Все красоты в Гуанчжоу, что происходит. Ну, я же не потом... Посмотрите, человек пишет, Наталья, вот как, какие вы все-таки вот негативные люди. Конечно, мир изменится. Мы теперь до конца своих дней будем искать маски и шарахаться друг от друга. Вот кажется... Не хао, чуцай дитхен, зому зоу? Чуцай дитхен, зому зоу? Чуцай зили, суба? Ау, сисе. Так, Манечка, здрасте, с праздником вас. Я еврей, спасибо вам. Правда, я никогда это не скрывала, но сейчас у меня вот тотали меняется как-то взгляд по отношению к нему и мнение.
в связи с последними событиями. Вот, у меня заказали сумку, и я не знала, что у вас... У Оли одноклассник зятя умер от коронавируса. Ага. Ну вот уже один человек. Нет, мне вчера, я вчера связывалась с моей подружкой, она раньше жила в Пекине, Хатуна, у меня есть она в друзьях. Сейчас она в Грузии живет. И у нас была одна девочка знакомая, она работала, есть такая компания, Этихад, по-моему, Этихад. Аэроперелеты. Она в Этихаде работала. И говорят, что она заразилась и была в очень тяжелом состоянии, и сейчас она выздоравливает. Вот мне Хатуна сказала. Еще она мне кого-то вот из знакомых сказала еще. Два человека перечислила, которую я тоже знаю с Пекина. Вот. Так. Панина, ситуация у нас у всех одна и та же, к сожалению. Мы просто понять не можем. Есть хоть один из заболевших, которого знают реально люди, знакомые. Ну вот я, мне вчера вот моя подруга сообщила, что у нее есть два человека знакомых. Реально они болеют коронавирусом. Есть, конечно, коронавирус есть, это глупо говорит. Просто его раздувают. Так, Натали, ну не наводи панику, смотри. То, что вы скупаете гречку, это очень правильно. Мы тоже все здесь скупали, потому что мы понимали, что мы должны сидеть дома. И мы понимали, что мы должны что-то есть и меньше выходить. Поэтому мы тоже все здесь скупали, и гречку, и рис, и все, что нам было нужно. Поэтому... Это все правильно, что вы скупаете гречку и сидите дома. А вот. Ну вот сейчас посмотрите. Раньше вот я показывала вам эфиры, ни одного человека не было. Посмотрите, что происходит сейчас. Полно народу, все. Так же и будет у вас тоже. Зачем ходить, бродить и распространять? Лучше есть гречку, сидеть дома, я считаю, я тоже так считаю. Я считаю, что норма, когда есть опасность, миновать эту опасность. А как мы можем миновать эту опасность? Сидеть дома просто и меньше риска будет заболеваемости. Меньше людей будет, потому что наша страна знает, что они не справятся с большим количеством заболеваемости. У нас медицину убили за столько лет, врачей не хватает. Все они это прекрасно знают. Поэтому они посадили вас на оплачиваемый карантин. Не просто так. Я верю, что все будет хорошо. Не паникуйте, не наводите такую вообще какую-то... Эти блогеры совсем с ума сводят людей. Совсем. Ну вот Китай живет. Посмотрите, что мы пережили. Мы в таком страхе жили.
Мы выходили, у нас и на этаже полиция, и внизу полиция, и врачи, и постоянно эту температуру мерили. И такой гнет был, что ты думал, я думала, что вот каторга какая-то, какой-то вообще вот серость какая-то. Невероятная. Вот. На улице боишься выходить, потому что все тебя боятся, и каждого ты боишься. Вот так мы жили, мы так жили. А сейчас в метро, вот там сядешь в одном вагоне и сидишь одна. А сейчас херчу сядешь, вон посмотрите, что происходит, полно людей. Вот, зажили все, все уже, все заканчивается здесь. Официально не снят карантин, но мы все уже ходим, встречаемся. Люди друг к другу подходят, общаются. Раньше друг от друга шарахались. Мы просто боялись друг друга. Коронавирус есть, это факт. И тут спорить нельзя. Тут нельзя говорить, что его нет, это глупо. Также относились к людям. Я бы очень хотела. Правильно, Марина, отсидеться от греха подальше. Однозначно согласна. Соловьев Мясниковый. Да, их если послушаешь, так они такое расскажут, что хоть стой, хоть падай. Это люди, которые из людей делают просто баранов. Это действительно вот Соловьев и Мясников, это просто враги народа, мне кажется. Вот враги народа. Их надо объявить как врагов народа. Мой знакомый Водкина лежал, лечил желтуху, у него температура, у него поднялась, в больнице. Так у Марти ему позвонили и сказали, вы переболели коронавирусом, он поржал. Для тех, кто официально работает, да. А кто неофициально, к сожалению, о них никто не подумал на самом деле. Про них не подумал никто. Поэтому теперь все будут стараться официально работать, чтобы про них в следующий раз продумали. Thank you.
Страдает малый бизнес, а это 50% населения. Да, 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 да. Марина, молодчик. Ой, сердечки, столько сердечек. Спасибо вам большое. Утром ехала на работу в Москве, также была. Наталья, это голословно. Ваши догадки. Как выходите вы? Как выходите и гуляете? Зачем? Написали, все имеет начало и конец, однозначно. Мне так понравилось, как вы написали. Да. Пневмония в тяжелой форме. Нет, у меня был просто вот, ну что-то вот заболела я. Даже явных гриппозных этих не было у меня. Что-то не очень хорошо себя чувствовала и все. Харе баскило цалт, маднут моя дула, гай харе ткенскило цалт. Раздувают, согласна. Вирусы есть, но их много и они всегда были. И будут эти вирусы. Посидим дома, и это правильно. Что нам остается? Однозначно согласна. Согласна с вами на 100%. Так, у меня четвертая остановка. Сколько я уже прошла? Так. А, только одна остановка прошла еще. Так, здрасте, 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 здрасте. Вот, у нас Краснодар обрабатывают, даже остановки я сегодня... Даже остановки я сегодня ходила... В исконную лавку обрабатывали улицу и... Ой, как круто, это очень хорошо. Так, вирусы есть, были, есть и будут всегда. Да, согласна, ремонт. Вы слишком правильно, даже слишком. Да. Да, кто распространяет инфу, что это неправда, сами-то дома сидят, это 100%. Я эти люди не думают о том, что какую информацию они несут для других людей. Это нельзя делать. Есть, конечно, опасность. Не просто же вас дома посадили, не просто же в Китае такая была чрезвычайная ситуация. Ну вы что, шутите, что ли? Конечно же есть, но это закончится. Почему такая повышенная, такое повышенное внимание к этому вирусу? Потому что этот вирус очень быстро передаваемый, очень быстро, 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 быстро.
и столько мест даже в больницах нету. Если его запустить, то в таком случае человек может умереть. Вот в чем цербор. А у нашего государства нет на самом деле столько мест. Уже медицину действительно загубили. Врачи работать не хотят, потому что они боятся, и они действительно за те деньги, которых они получают, им будут ценить врачей теперь. Вот. Им платят сущие копейки. Понимаете? И это все уже государство это прекрасно понимает, что происходит и где у них пробелы. И поэтому они сейчас не готовы к приему того количества людей в больницах, который может заразить, если вы будете бродить, ходить. Понимаете? Можно же пересидеть. Тогда вы понимаете, какая у нас ситуация в стране. Это обычный грипп. Ну и что, что обычный грипп? Понятное дело, что обычный грипп. Но у кого-то это вызывает осложнение. Этот обычный грипп. Сидят, умничают. Да, ничего плохого не случилось. Да, ничего плохого, если вы будете сидеть дома. Ничего, я думаю. Меньше людей попадут в больницу, меньше будет проблем. Вот и все. Смотрите с другой стороны, с другого угла. Я тоже сначала очень много об этом думала. Но на самом деле это правда. Вот я сейчас более чем уверена в том, что я говорю. Исчезли и не поют больше. Боже. Какой кошмар. Ой. А вы с какого региона? Я вас сейчас заскриню. Это очень интересная информация. И все продается. И диагнозы тоже. С намеком. Ну, я думаю, умный поймет. Вот мне непонятно, что распиляет, например. С какого вы города? Вот вы это сказали. И если в этом городе вспыхнет повышенное, значит, и там очень много будут больных коронавирусом, понятное дело, что они распыляют. Это очень интересная информация, вот то, что вы мне написали сейчас. Обязательно пишите мне в личку, с какого вы города. И понаблюдаем, и блогеры поднимем шум, гам, что вот так было. Вот я сохранила вашу эту, как его. Люблю ваши эфиры, всегда по теме. Так, Натали, так ты навязчива слишком, не? Кажется, да, Натали прямо вот такими буквами пишет и прям навязывает всем, что очень плохо все. Зачем, Наташ, зачем вы это делаете? Наташа, я тебя сейчас заблокирую нафиг. Ты что тут мне, вот за то, что вы нецензурное слово вот используете, не могу блокировать, потому что я сама их использую, но мне это неприятно. Или перестаньте уже, или я вас реально заблокирую. Вот такими буквами, вот какая-то бешеная совсем. Сидите тут умничаете и всех пугаете. Что вы, совсем что ли уже? Вирус ест, это не обсуждается. Однозначно согласна. Но не так страшен, черт, как его мумируют. Он страшен, если мы будем передвигаться, здороваться, целоваться, обниматься и передавать друг другу. Чем мы будем больше изолированы друг от друга, тем меньше шансов вирусу распространиться. И тем
тем легче справиться с маленьким количеством заболевших. Все, тут все просто. Наташа, успокойся уже. Не заставляй меня орать, я в общественном месте. А я прям уже ору на тебя. Потому что ты тоже вот такими буквами пишешь и орешь. Всякую дурнину орешь. Осталось минимальное морское сообщение. Девочки, только не ругаться, еще не хватало из-за какого-то ерунды ругаться. Вот это больше, вот от этого у вас иммунитет падает больше, от страха, от гнобления других и себя, чем от коронавируса. И от этого... Наташа, молитесь. Вы прям как дьявол. Ой, где я? Я с вами ругаюсь. Мне кажется, я пропустила свою остановку. Вот это цирк. А, нет, ой, я у себя. Зато очень рада за того, хоть тему сменили с Украины, а то уже не знали, что мусолите. Рубят на этом бабла, да. Структуры. Зачем матюкаться? Ну, тем более сегодняшний день. Вот сегодняшний святой день. Зачем? Сегодня Благовещение. Чиновники там, правители мира и так далее и тому подобное. Мы-то что, не нашего ума дело это, в этом разбираться. Не будет материться сегодня здесь, потому что сегодня у нас праздник. Я не верю в вирус, но я дома сижу. А куда мне идти? Так. Музеи, театры закрыты. А, у нас писи даже разговаривать не хотят.
Не хотят, не то что петь. Так, Марина, ты? А, это я писала в WhatsApp, поговорим. Конечно, я тебя сохранила, я просто не видела еще. Так, уже это обсудили. Сказали, что с вертолетов ничего не распыляют. Несколько дней этому солили. Понимали, что их здоровье в их руках. Это 100% правда. Правильно. Вот. Будем добрее. Вы знаете, я решила сейчас не пойти домой, а пойду куплю себе кексик. Я так захотела кекс. Писали, что насколько Оля приятнее и как же красивее на свою приятную Ольгу. Не надо здесь мне смотреть, мазохистка, на то, что тебе неприятно.
когда против всех идешь, тебе говорят, хватит, хватит, хватит. А ты никак не можешь угомониться. Сейчас вот нажму на скрыть, и тебя не станет. Скрыть. Все, не стало. Видишь, как бывает? Терпят, 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 снисходительно к тебе относятся. Не, железными столбами спасаться, наоборот. Все наоборот, железными столбами спасаться. Не судите, карантин в стране. Занимаем себя. У пана Марину обсуждают ремонт. Ну-ка, 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 раз напишите, что за новости, что за сплетни, что за шумодраки нет. Да что там еще обсуждать? Там-то нет интересных больше тем.